Жители деревни Гаврилково знают, к кому обращаться с просьбами и вопросами, касающимися их деревенского быта. Затем, чтобы все лампочки горели, дороги были расчищены, а мусор вывезен вовремя и полностью, следит Сергей Мягков. Сергей Владимирович, несмотря на возраст, самый активный гражданин. Он председатель местного совета ветеранов на протяжении 12 лет. На правах старшего и уважаемого в деревне человека он аккумулирует информацию от жителей Гаврилково и выступает их представителем в общении с администрацией округа. Так в деревне появились и фельдшерско-акушерский пункт, и православный храм. Церковь Сретения Господня в Гаврилково начала службу 1 января 2022 года. Возводили ее, что называется, всем миром, не только жертвуя средства, но и непосредственно принимая участие в строительстве. Сергей помогал нам, конечно, людей собирал, в общем, все это общественное мнение формировал местное. Вот, так что помогал каким-то материальными, да. Да, субботники проводили, вот, так что, в общем-то, помогает, да. Благодаря организаторским таким моментам поддержки Сергею, вот, местные жители помогали, участвовали, своим участием помогали в строительстве храма. Благодаря совместным усилиям жителей Гаврилково в деревне появился и фельдшерско-акушерский пункт, которым местные гордятся особенно. Не нужно ехать за медицинской помощью далеко, она уже здесь, а в дни выборов ФАП превращается в пункт для голосования. И это только два вопроса, решенных жителями Гаврилково и Сергеем Владимировичем лично. А что же входит в круг интересов и перечень обязанностей, которые Сергей Мягков возложил на себя как на общественника? Что входит? Да все входит. Любой конфликт, любой этот самый, любой там какой-то непорядок, все равно. Вот мне же звонит, Володя звонит, мой помощник, вот Лена, вот Галя. Ну, она как, не в обязанности входит. Ну, делать-то это надо кому-то. Если это не делать, это будет нарастать как снежный ком, все больше и больше. День Сергея Владимировича начинается с проверки сообщений в местном чате жителей. Все вопросы и просьбы подлежат немедленному обсуждению и решению. Затем обход территории, личное общение с жителями. Иногда, как, например, сегодня, Сергей Владимирович устраивает заседание актива деревни прямо у себя дома. В теплой обстановке, за кружкой ароматного чая, без суеты и лишних слов, обсуждается сделанное, строятся планы на будущее. У дома владения есть хозяин, человек, который следит за порядком, у него везде порядок. За всем этим он следит и все нюансы убирает, как должно быть. Также и старший на деревне, он тоже следит за порядком. Вот. Без этого старшего, конечно, жизнь была бы другой. Эту формулу жизни Сергей Владимирович Мягков вывел из собственного опыта и всем рекомендует применять на практике. Хозяин не тот, кто владеет, а тот, кто относится по-хозяйски к тому, что его окружает.